Сели за парты сегодня студенты, среди них есть и иностранцы. Таких первокурсников только в медицинских вузах Беларуси почти 2000. Поздравить с новым учебным годом студентов Гомельского медуниверситета приехал министр здравоохранения. 97%, если по занятым должностям, укомплектованность медицинскими кадрами. Но распределение этого года показало, что с приходом выпускников 2016 года, в следующем году, уровень укомплектованности будет практически полностью. Вакантные должности будут заняты. Могу сказать точно то, что медик – это профессия всей моей жизни. Я об этом мечтала с детства, у меня все родители медики, и просто я обязана продолжить эту стезию. За последние 10 лет только в Гомельском государственном медицинском университете получили дипломы почти 4000 врачей.